И на ладонь твою однажды вдруг опустилась баттерфляй. Прошу, о рыцарь мой отважный, ты лишь ладони не сжимай. И не суди меня ты строго, так долго я была одна, ведь нужно мне совсем немного, всего лишь капельку тепла. Устала я с дороги дальней, ты меня счастьем напои. Не нужно мне дворцов крустальных, всего один глоток любви. Ведь, как и я, ты одинокий, зажги в душе любви огонь. Прошу, не будь ко мне жестоким, ты только не сжимай ладонь. Добрый вечер, дорогие друзья, или, как говорят в Японии, комбанва. В мир волшебной музыки, поэзии и вдохновения вас приглашает Международный фестиваль искусств «Японская весна». Стало уже доброй традицией, что приход весны и осени в Казахстан сопровождается звучанием японских мелодий. Ежегодно к нам приезжают мастера традиционной и современной музыки страны восходящего солнца. Ну а казахстанские исполнители обогащают свой репертуар японскими произведениями и находят много общего в культуре наших народов. Сегодня наши отечественные музыканты подарят вам праздник музыки с японским и казахским колоритом. Ну и, конечно же, не сможем мы обойтись без европейской классики.
поутру, блуждая по берегу, мне вспоминается прошлое. Звуки ветра, изгибы облаков, цвет морских волн. На закате, гуляя по берегу, я вспоминаю друзей, которых уже нет рядом. Шум прибоя, блеск луны и тени звезд. Oh.
Жандрай, шымбұттай, жандырдай, ғашқылып, қосылып, ғымарымды қандырдай, сөйтіп жүрген сор шағыз көкші тауда қалдырдай.
Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Весной, во время цветения этой вишни, парки Японии просто утопают в море цветов всех оттенков розового. А тысячи жителей страны стремятся под деревья, чтобы устроить пикник. Интересно, что традиция проведения пикников под цветущей сакурой уходит своими корнями в глубокую древность. И у нее даже есть название – ханами. Причем японцы устраивают ханами только когда в их районе полностью распустилась сакура. И синоптики по радио передают ежедневные сводки о фронте движения этой вишни. Японская ассоциация сакуры составила даже список лучших мест для любования сакурой. Вот так у них все серьезно. Это, кстати, самое прибыльное время для японских бездомных. Они заранее занимают самые удобные места под благоухающей сакурой и продают ее желающим за приличные деньги. Ну, а сейчас я предлагаю вам представить, что мы тоже с вами находимся в самом удобном, уютном месте под прекрасной цветущей сакурой и будем слушать японские мелодии.
Должан Сапарова, Арман Тлеубергенов. С ветки на ветку тихо сбегают капли, дождик весенний. Аиста гнездо на ветру, а внизу, за пределами бури, спокойно вишня цветет. Не успела отнять руки, как уже ветерок весенний поселился в зеленом ростке. Откуда вдруг такая лень? Едва меня сегодня добудились. Шумит весенний дождь. Под раскрытым зонтом пробираюсь сквозь ветви ивы в первом пуху. О, проснись, проснись, стань товарищем мне, спящий мотылек. Я вновь и вновь хочу спросить, меня ты любишь ли? А дождь, что знает все, лишь льет сильнее, лишь льет сильнее. Thank you.
Чего-чего, сам. Ах, сколько б ни смотрел
на вишни лепестки в горах, покрытых дымкою тумана, не утомится взор, и ты, как те цветы, и любоваться я тобою не устану. Thank you.
японской культуры и вообще мировоззрение японцев – это гармоничное существование с природой. Умение восхищаться, казалось бы, ну, самыми простыми вещами. Засохшей веткой, какой-то невзрачной серой птичкой, каплями дождя. Интересно, что в средние века японцы даже не выделяли искусство как таковое. Поэзия и живопись были частью гармоничного восприятия мира. И поэтому картина известного художника или, скажем, свадебный танец журавля с эстетической точки зрения, ну, были абсолютно равноценны. Японцы говорят: «Всматривайтесь, всматривайтесь в привычное и увидите неожиданное, всматривайтесь в некрасивое, увидите прекрасное, в простом сложное, в части целое, в малом великое». Наверное, японские авторы Киоко и Кенджи наслаждались однажды весенней природой, и это вдохновило их на создание песни «Пейзаж». Thank you.
Слушаю молча.
Падают листья ивы. Нино Лежава, Азамат Жолтыркозов, Тимур Урманчеев. Thank you.
Собрание солистов, дирижер, заслуженный деятель Казахстана Бахыджан Мусахаджаева. Мусахаджаева. Спасибо всем нашим артистам за этот праздник музыки.